Эй, hey, ребятки, всем привет! Вы на канале Фламинго, и сегодня разбираем с вами песню Егора Крида «Не идеально» под гитару. Всего за 2 минуты. Погнали! Вся песня играется на 4 простых аккордах, и это ЕМ, G, С и аккорд Д. ЕМ, G, С и Д. Если вдруг вы не знаете, как их зажимать, давайте посмотрим. Первый аккорд у нас ЕМ. Зажимаем 5-ю и 4-ю струну на 2-м ладу, все остальные открыты. Следующий аккорд у нас аккорд G. Зажимаем 6-ю и 1-ю струну на 3-м, а 5-ю на 2-м. Теперь аккорд С. Зажимаем 5-ю струну на 3-м ладу, 4-ю струну на 2-м и 2-ю струну на 1-м. И последний аккорд это аккорд D. Зажимаем 3-ю струну на 2-м ладу, 1-ю струну на 2-м ладу, а 2-ю на 3-м. С аккордами разобрались, теперь давайте посмотрим и послушаем наш бой. Итак, давайте посмотрим, как его играть. Зажимаем наш первый аккорд ЕМ, играем 2 раза вниз, 3 раза наверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз, 2 раза вниз, 3 раза наверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккордами и таким боем играем и куплет, и припев. Давайте я сейчас припев спою, чтобы вы поняли, как это звучит все вместе, со словами. Я поставлю каподастр на 2-й лад, потому что мой голос просто не потянет настолько низкое пение, но аккорды остаются те же ЕМ, G, С и Д. Вы можете играть без него спокойно. Ты так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. Как тебя забыть, если... Идеальный, идеальный, baby. У твоего подъезда я пою о любви. Что со мной такое, не поймут пацаны. Примерно вот так вот звучит песня со словами. Вы, конечно, можете поэкспериментировать с боем. Я подобрала самый легкий, чтобы у вас наверняка все получилось. Надеюсь, так и есть. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайкосик этому видосику. Лайкосик, видосик. Подписаться на канал. Всем пока-пока. Да, лайкосик на видосик. Будет моя коронная фраза теперь.